Yeah, I told you so. Дорогие друзья, всем привет! Снова новый выпуск, очередной, на моем канале. Немножко было затишье с видео, с выпусками, ввиду того, что я чуть приболел после соревнований. Все-таки где-то я схватил эту корону. Хотя, если честно, я был уверен, что весной, в феврале месяце, февраль-март, я и переболел, потому что очень тяжелая такая какая-то вирусная фигня была. С антибиотиками я ее переборол. Потом был достаточно тяжелый отходос. Я был уверен, что это была корона. Вот. Но, походу, нет. А может быть, просто антитела кончились. И, в общем, мы сделали тест с женой, супругой, перед тем, как должны были улететь домой. Вот. Но так как мы будем там общаться, так скажем, с пожилыми людьми, мы решили все-таки провериться, потому что у меня пропало обоняние. Вот. Я сказал, давай сходим. Мы сходили вместе, сдали тест, и, к сожалению, оказалось оба положительных. Мы сдали билеты, точнее, аннулировали деньги, мы еще за них обратно не получили, и сели на карантин. Собственно, 10 дней с момента сдачи карантина мы сидели дома. На 9-й день я сходил, сдал, и у меня показал, на следующий день пришел результат, показал отрицательный. Соответственно, спустя вот 10 дней, на 11-й день я вышел в свет. Вот, начал потихонечку тренироваться, восстанавливаться. Грубо говоря, последняя тренировка, которая у меня была, вы ее видели на YouTube-канале, это легкая тренировка спины после соревнований, и все. Получается, что за неделю до самих соревнований я прекратил тренироваться. Вот, потом после соревнований через 3 дня я потренировался легонько, и потом опять на 2,5 недели я не тренировался. Вот сегодня у меня 4-я тренировка после того, как я выздоровел. Вот, мне тренер Руслан Халецкий, привет, Русланчик, он мне написал мой сплит, мой на массонаборный сплит, и сказал по нему потихоньку начать заниматься. Тренировки по циклу 2 через 1, но я сделал позавчера спину, сделал ее достаточно тяжело, относительно своего собственного самочувствия, относительно того, насколько я могу тяжело выложиться. И, собственно, вечером у меня такой был послетренировочный озноб, я думал, что я опять подпростыл, потому что и немножко лихорадило, и все, и все. Соответственно, на следующий день я был очень разбитый, мне очень хотелось спать, у меня была слабость. Поэтому я понимаю, что для сплита 2 через 1 я сейчас не готов еще, мой организм не готов. Поэтому тренируюсь сейчас через день. Сегодня тренировка груди. По сплиту у меня достаточно тренировка груди, она очень интересная, с различными фишками. Но ввиду того, что, кстати говоря, мы находимся в Elite Gym, это тренировочная база команды Elite Gym Army. Вот. И ввиду того, что здесь нету большого кроссовера, а только маленький узкий, и очень много оборудования, которое он мне написал в тренировке, здесь просто, ну, нету. Поэтому сегодня просто импровизированная такая, ну, тренировка с акцентом на центр груди и, соответственно, на верх грудных. Вот. Это что касается вступления. Здесь у меня второй разогревочный подход в бабочке. Выполняю разогрев я по 20-30 повторений, концентрированно, стараюсь сильно не разводить назад, для того, чтобы не перерастягивать связку, потому что у меня с левой стороны грудной вместе ее крепление, подмышкой, скажем так, вот эта связка очень болит, когда я перерастягиваю или когда беру достаточно большие веса, поэтому я стараюсь все по ощущениям, как мне удобно, ну и, соответственно, стараюсь концентрироваться именно на сведении, на то, чтобы прожать центр грудных в пиковом сокращении. Выполняю 2 разогревочных подхода по 25-30 повторений, как я уже и сказал, и затем добавляю вес и работаю в 3 подходах в диапазоне 10-15 повторений рабочие подходы. В изоляции я стараюсь никогда не опускаться ниже этих повторений и стараюсь ориентироваться вообще в целом
И в общем, если говорить, то это 12-20 повторений. 24-25. Я насчитал 25. Может быть, кто-то насчитает 13. Вот. Но я думаю, я прав. В общем, из новостей по форме и по планам. Планирую я соревноваться на май месяц и захватывать летние турниры. Вы знаете, что в IBB Pro League нет, как у нас в России, да, весенний и осенний сезон. Там очень много турниров, которые проводятся летом. И, в принципе, в течение года и осень, и весна, соответственно, проводятся турниры. Поэтому я буду готовиться на позднюю весну и хотим захватить пару турниров летних. Вот. Конечно, цель у нас одна, задача одна. Это получить прямую квалификацию, ну, либо квалификацию по очкам на Олимпию 2021 года. И если все пойдет благополучно, вот, если со здоровьем все будет хорошо и получится сделать форму достойную, то, может быть, даже в 2021 году получится поехать на Олимпию. Надеюсь, с режимом изоляции и с этим всяким блэкаут, да, или как он называется, вот, когда все закрывают полностью, уже будет помягче, и посольство, и консульство откроются, нам удастся получить визу туристическую в Америку и поехать, скажем так, на этот турнир. Но это, опять же, если я получу квалификацию. Но Руслан хочет зацепить пару турниров в Америке. Вот, очень хочет, чтобы я там выступил. Поэтому будем пробовать после Нового года, когда режим немножечко ослабится, откроется консульство, получать визу американскую и, соответственно, двигать туда на турниры. Вот. Но это все планы на соревновательный сезон. В данный момент я нахожусь на мосту. У меня мост, кубик тестостерона, длинного эфира и натата. 300 миллиграмм в неделю я ставлю и больше ничего. И также подключил сармы. Кстати говоря, про сармы, настало их время. Я полностью убрал всю фармакологию после турнира сразу. То есть перед турниром у меня были какие-то инъекции, после этого я перестал ставить. И вот практически 3,5 недели уже после турнира прошло, когда я не ставлю анаболические препараты. У меня только кубик тестостерона, я сейчас нахожусь на ГЗТ и восстанавливаю свои анализы. То есть там есть небольшая погрешность и в общем анализе крови, ввиду того, что я переболел вирусным заболеванием, да, и проблема по печени, и с холестерином. Но все это условно, скажем так, не все плохо, все нормально в рамках, так скажем, того спорта, чем я занимаюсь. То есть относительно здорового человека это, конечно, стоило бы задуматься о его, в принципе, состоянии здоровья, но мы все прекрасно понимаем, особенно соревнующиеся спортсмены, что какие-то различия у анализов между мной и здоровым человеком, они, безусловно, присутствуют, потому что есть общая нагрузка ввиду фармакологических препаратов на организм, безусловно, но мы стараемся это все нивелировать, и скоро начнем наш массонаборный цикл. Получится у меня, наверное, на конец декабря, начало января уже буду начинать свой цикл. Первый рабочий подходик. Говорить получается очень много. Но будет проще монтировать и кадрировать оператору, когда можно все одним дублем просто снять всю тренировку. Вот. Сейчас все обратят внимание на то, что я занимаюсь в штанах и в футболке. Как правило, в шортах, когда идет соревновательный сезон, да покороче. И обязательно маечка для того, чтобы, ну, ребятам было интереснее посмотреть на форму, оценить ее. Ну и как бы самому хочется немножко ходить, так скажем, и, ну, рисоваться, да, своей формой. А вот, чуть-чуть еще добавим. Я не могу сказать, конечно, что я уёбок сейчас, жирный. Вот, я не жирный уёбок. Но в целом и в общем с отёчностью, так скажем, удалось побороть её. Сейчас у меня существует такая проблема, это отёчность лица. Вот, лицо отекает не ввиду того, что я...
ем нутеллу вот таким слоем с булочкой. Нет, не из-за этого. Это было единожды. Вот. А ввиду того, что сейчас у меня идет отмена гормонов щитовидной железы, и всегда, когда я снижаю дозировку и убираю их вообще, у меня происходит небольшая отечность на лице. Ну, вот так вот организм мой работает на отмену именно гормонов щитовидной железы, плюс у меня небольшие, ну как не небольшие, а прям начались высыпания на теле. Вот, у меня в принципе проблемная очень жирная кожа, и я постоянно в свое время лечил акне препаратом Сатре, Такнокутан, Ракутан, ну, все эти аналоги. Вот, очень тяжелая форма акне была, я ее вылечил, и сейчас какие-то, когда я убираю всегда после сезона анаболические препараты, у меня меняется гормональный фон, и, соответственно, сальные железы больше начинают вырабатывать подкожного сала, кожа еще быстрее, так скажем, грязнится, да, я постоянно такой в небольшом таком слое сала, да, когда сальные железы очень много сала подкожного вырабатывают, и у меня прям началась вот такая сыпь, ну, то есть мелкая. Вот, для жены раздолье, она любит у меня всякую вот эту вот чепуху подавить на мне, вот, но доставляет небольшой, конечно, эстетический дискомфорт, но, в принципе, ничего страшного. Как правило, это еще и ввиду того, что калорийность питания рациона возросла, в рационе появились простые углеводы, рацион сейчас у меня достаточно чистый, более или менее. Углеводов много я не ем, в районе 250 я их стараюсь держать, иногда даже меньше съедаю. Белок у меня тоже достаточно чистый, это куриная грудка, индейка и протеиновый изолят. Вот. Ну, по жирам я сейчас 50 на 50, в районе 100 граммов жиров у меня есть в перемешку с растительным, животное с растительным. Вот. Это что касается моего БЖУ. В принципе, я его не считаю, просто кушаю достаточно комфортно. Вот. Ну, многие ребята меня поймут, которые уже достаточно давно выступают, знают, как на глаз определить там свою порцию. Ну и, в принципе, не хочу сейчас заморачиваться над тем, сколько чего я съедаю, потому что смысла абсолютно в этом нету. Я сейчас не на наборе и не на сушке, поэтому я стараюсь концентрироваться на вещах восстановительных. Пятнадцать повторений, еще один подходик, и едем дальше. Все, выключай. Все сипит, все сгет. Сейчас хочу пожать в тренажере, в смите, треугольной рукояточкой от центра груди, для того, чтобы хорошо поработать среднюю часть груди, внутреннюю, среднюю, кому как. В общем, вот эту вот жопу. Пытаюсь, конечно, я все это сделать сам, в плане снять смит. Вот. Но, может быть, попросим нашего оператора подкрутить. Вот. Да, наверное, попросим. Крутани, пожалуйста, братан. Все, заебись. Все, лежим, локоточки в сторону и вжимаем грудные. Можно чуть-чуть добавить. Ну, тетюхи так наливаются. Хорошее ощущение, скажем так, на компенсации. Ну, всю свою компенсацию я просрал. Сейчас я поясню, почему. Потому что компенсация – это не зажор после соревнований, а именно планомерное повышение углеводов, вот, хороших, качественных. То есть я так дальше продолжаю держать диету и легонько тренироваться, чтобы потихоньку-потихоньку компенсировать. А компенсация и гиперкомпенсация,
когда вы после соревнования обжираетесь до нельзя и схватываете отек, вот, это называется не компенсация, это называется отек. Вот. Поэтому как только он сходит, там уже появляется подкожно-жировая клетчатка. У меня, к сожалению, не было периода компенсации, но и не было периода, когда я обжирался. То есть я достаточно много кушал после соревнований, но ввиду того, что меня закрыли сразу на изоляцию, закрылся, я сделал фотосессию в субботу, и в понедельник мы с женой уже были на карантине, поэтому я заказывал еду из доставки, плюс дома очень много продуктов было. Ну, еда из доставки, я имею в виду, я попробовал Level Kitchen, тоже выпуск есть, вот. Такая, честно скажу, средненькая еда из контейнеров. Я уже очень отвык питаться из контейнеров, у меня есть возможность каждый прием пищи себе готовить отдельно, чем я и занимаюсь. Завтрак, обед, ужин, перекус, я каждый прием пищи свежий делаю. Даже если у меня на день, к примеру, там 400-500 граммов риса, по 150 в порцию, да, в сухом виде, я каждый раз его буду варить отдельно. Ну, просто мне вот так вот нравится, мне комфортно приготовить, 20-30 минут уделить на это время, сесть поесть. Конечно, для тех, у кого нет времени, режим держать нужно, и еда с контейнеров – это единственный выход. Вот. Но скажу так, все вот эти вот доставки правильного питания, они предназначены для людей, которые не преследуют соревновательную цель. Для тех ребят, которые соревнуются, доставка не подходит. Во-первых, потому что вы не знаете, действительно соответствует ли это КБЖУ. Во-вторых, лично у меня в Level Kitchen я заказывал 2 дня на 3500 калорий. Один день было 120 грамм белка, второй день было 220 граммов белка. Но те же 3500 калорий. Один день было 100 граммов жиров, другой день было 150 граммов жиров. И если в первый день я могу компенсировать отсутствие белка там протеиновыми коктейлями, потому что они достаточно некалорийные, да, изолят, то в второй день, когда 160 граммов жиров, а у меня, допустим, по БЖУ 100 граммов жиров должно быть, как я эти 60 граммов жиров оттуда выключу? Вот из-за этого я не рекомендую пользоваться различного рода доставками правильного питания, если вы преследуете соревновательную цель. Только собственная еда, только собственные контейнеры. И, соответственно, просите ваши вторые половинки, чтобы они в этом вам помогали. Я готовлю все сам, все свои приемы пищи. Мне так проще. Я занимаюсь этим видом спорта для себя, а не для кого-то. И стараюсь никого, даже жену, хотя она с удовольствием все это всегда может помочь. Вот. Но я стараюсь не обременять. Это, скажем так, вид спорта, которым я выбрал заниматься, и все вот эти вот тяготы и лишения в приготовлении еды я не вешаю ни на кого. Я сам все готовлю, сам все съедаю. Вот. Но, безусловно, если у меня там нету времени или что-то, я Юлю прошу, она мне без проблем это все готовит, с удовольствием помогает. Но она всегда спрашивает, тебе может что-нибудь приготовить? Я говорю, ну, даешь, нет, я сам. И всегда готовлю, практически всегда все готовлю сам себе. Вот. В принципе, она питается тем же самым, чем и я питаюсь. У нас в холодильнике нету ничего такого, ни ПП, ну, за исключением булочек и нутеллы, за исключением там еще каких-то шоколадок в этом. Ну, это мы не будем считать. Это Ромка все съедает после соревнований. Выполняем второй подходик. Сейчас дядя оператор поможет. Хоть. Опа, все, крутяк. Коснусь последний раз вопроса моего экс-тренера Павла Боева. И этот вопрос, в принципе, больше нигде я обсуждать не буду. Просьба, кто посмотрит все эти видео, не нужно у меня спрашивать про наши с ним отношения, не нужно спрашивать вообще никакие вопросы, не надо присылать мне записи прямых эфиров, записи каких-то интервью, которые у него брали, где что-то касается меня. Мне это больше не интересно. Я не слежу за ним, я не слежу за его спортсменами, я не слежу, в принципе, ни за одной его деятельностью. Теперь, что касается самого Павла Боева, наших отношений. Отношения у нас сейчас никакие, мы не общаемся. Мы, по сути, не в контрах, но мы ни в каких отношениях. Я безумно ему благодарен, ему и Игорю Гостюнину. И я это говорил в видео и у Андрея,
а эстетика на интервью. И во многих различных ресурсах, где мы снимали интервью и где задавали вопрос про моего бывшего тренера, я очень ему благодарен за все, что он для меня в свое время сделал. И, в принципе, за то, что я здесь оказался в Санкт-Петербурге, потому что в команду Legion Army, где старшим тренером был Игорь Гостюнин, Павел Боев был просто тренером нашей команды. Соответственно, благодаря тому, что я сотрудничал с Павлом, я попал в эту команду и, соответственно, переехал в Санкт-Петербург, где после всего, когда я сюда переехал, у меня появилась хорошая спонсорская поддержка, хороший тыл, и я продолжаю прогрессировать и имею возможность выступать на зарубежных турнирах в профессионалах. Все. В принципе, на этом можно тему закрыть. Все, что он там говорит, это его личное сугубо мнение. Вот. Как говорил Паша... Нет, да, как говорил Паша, почему якобы Роман так... Ну, не негативно, а почему у него подгорело от того, что он как-то отозвался нелестно в сторону моей формы на Аликанте. Нет, я отозвался не от того, что он критиковал мою форму, это нормально, что форма не удалась. Это его мнение, он имеет право на это. Но когда он в прямом эфире в одном там из инстаграмов сказал, что называл вещи фактами, которые не являлись действительными, то есть то, что мы жрали бургеры потом на слабительных и на мочегонах там сливались и так далее. Да, я использовал мочегонные средства, чтобы ужаться в категорию. Что касается фастфуда, был один прием сразу после регистрации, я съел один бургер и картофель фри, выпил газировку. Это был единственный фастфуд, которым я грузился. Все, больше фастфуда не было. Этот вопрос закрыт. Подгорело у меня тогда исключительно из-за того, что он выставлял желаемое за действительное, что он свои мысли проецировал на меня, что я так действительно делал. Но это не оказалось правдой. И из-за этого у меня очень сильно подгорело, когда он говорил такие вещи и про Руслана нелестные, и про меня нелестные вещи, что я вот такой вот, блядь, профессионал, сделал хуевую форму. Конечно, как ее можно было сделать на мочегонах и на слабительном, и грузиться при этом бургеры? Конечно, безусловно, но этого не было. Из-за этого у меня подгорело, из-за этого у меня такая какая-то эмоциональная дестабилизация произошла. Я очень сильно переживал этот момент, потому что меня выбесило по факту, когда человек там не находится, он не знает, как и что мы делаем. Он увидел в сторисах у меня, или там у Руслана, или кто-то ему прислал, я уверен, что даже кто-то ему прислал, где там я кушаю бургер, или на Спортфазе, кстати, Алексей Мокшин снимал, когда мы пошли в Бургер Кинг, и мы кушали эти бургеры. Вот это был тот самый прием пищи. Один. Все. Больше, в принципе, не было. Поэтому вопросы про Павла Боева, и что я говорил, что подводился я на Россию, на мир, и на Оксану Гришину по схеме Дениса Капустина, это было так, вот. И опять же, возвращаясь к вопросу, почему Паша так негативит в мою сторону, он не негативит, просто правда, она никому не нравится, в том числе и Паше. Так же, как он сказал, что почему Рома так реагирует на твое высказывание о его форме. Я отреагировал не на высказывание о моей форме, а на ту клевету, скажем так, и те мысли, которые он высказал, и пытался их привязать к нам. Вот, поэтому все. Больше вопросов мы тренера не касаемся. Огромное им спасибо, у них свой путь, свои подопечные, свои регалии, там, чемпионские и так далее. У меня свой путь, свой тренер, свои спонсорские, своя жизнь. Поэтому я больше в эту сторону возвращаться не буду. И все, кто будут задавать определенный вопрос относительно этих тем, я буду просто блокировать, потому что мне это больше не интересно. Третье упражнение – это жим в Т-тяге. Также акцентируем внимание на центр груди. Ну и, соответственно, вверх очень хорошо цепляем и работаем.
Опа. Клевый тренажер. Мне очень нравится. Прошу не воспринимать эту тренировку как основную. То есть это просто такая изолирующая, вспомогательная с акцентом на центр грудных тренировка. То есть я не говорю, что я так вообще не тренируюсь, но в момент набора я, конечно, стараюсь делать больше упор на гантели, на жимы в смите, на упражнения там на брусьях, да, то есть такие комплексные, базовые, хорошие, тяжелые упражнения с относительно себя тяжелыми весами. Сейчас, конечно, я не смогу там особо тяжелые веса брать, плюс нету оборудования для того, чтобы сделать ту тренировку, которую мне тренер написал, вот. И поэтому сегодня просто такая чистая импровизация, ну и немножко, опять же, рассуждение о жизни, по жизни, что, как и к чему. Немножечко о том, что я пью во время тренировки. Во время тренировки, когда у меня не подготовительный этап, либо начало подготовительного этапа, а именно сушки, я всегда на тренировку развожу 70-100 граммов амилопектина. Это очень, скажем так, быстрый углевод, кукурузный крахмал. Он очень быстро и легко усваивается, там нету вообще жира. Вот, чистый углевод, очень быстрый. И 15-20 граммов БЦА во время тренировки и 10 граммов БЦА я выпиваю до тренировки вместе с креатином 5 граммов. Плюс я добавляю аргинин, цитрулин и добавляю туда глютамин. Вот. Также туда в капсулах закидываю ацетил-L-карнитин и выпиваю это все за 20 минут до тренировки. Вот. Это мой, так скажем, дотренировочный, во время тренировочный шейк. И после тренировки я еду домой, где делаю себе прием пищи. Ну, он, как правило, углеводно-белковый. Это либо макароны, либо рис. Вот, с какой-то составляющей белковой. Это либо куриная грудка, либо яичный белок. И все это я запиваю где-то 50-60 граммов протеина изолята. Тоже, кстати, от компании Genetic Lab. Ну, естественно. Вот. И к слову о том, что пью ли я, употребляю ли я продукцию. Я написал об этом недавно пост в своем Instagram. Конечно, конечно, я употребляю продукцию с удовольствием, потому что очень вкусное, очень качественное питание. И что касается очень важного момента для меня при выборе этого бренда в качестве спонсора и поддержки, помимо того, что я там 2 года, грубо говоря, грезил попасть в качестве спортсмена на поддержку этой компании, очень важно очень большой ассортимент различного рода БАДов. В том числе МСТ и лецитин, в том числе там добавки для печени, для иммунитета. Очень-очень много, вот, что, в принципе, тоже очень весомую, большую, так скажем, финансовую составляющую разгрузило меня. Поэтому все те деньги, которые я так или иначе тратил все равно на БАДы, на спортивное питание, я могу потратить на семью, я могу отложить в нашу кубышечку, на ипотеку, на первый взнос. И тем не менее, поэтому спасибо моим спонсорам, моей поддержке. Это компания Genetic Lab, компания Baron Team, если вы понимаете, о чем я. Вот, очень качественная маслица, вот, на ваш хлеб. Вот, и компания Evol Farm, которая занимается реализацией на территории Российской Федерации европейского гормона роста очень хорошего, высокого качества. То есть, ну, наша команда его использует, очень много ребят уже его используют, моих знакомых, очень много спортсменов у них в команде уже. Вот, поэтому качество уже проверенное временем. Год практически мы сотрудничаем с этим брендом, и за год, в принципе, нареканий по большому счету не было. Компания развивается, объемы растут, и очень много интересных предложений, очень много акций будет, в том числе сейчас, которая запустилась перед Новым годом акция. Это скидка на покупку 1 или 2 пачек гормона роста, а также при покупке от 3 пачек и больше вы получаете бонусом футболку, мерч, да, с символикой Evol Farm. Если вы берете от 5 и больше, вы получаете толстовку либо поло на выбор. Поэтому, если кому-то что-то интересно, пожалуйста, пишите мне, все ссылки в описании.
Фу, надо же сделать вид, что я это дерьмо пью, а на самом деле не пью, а просто рекламирую, блядь, получая бабки и все. Четвертое упражнение – это жим, сидя в хаммере, но выполняем мы его одной рукой, сидя на тренажере полубоком, то есть для того, чтобы сконцентрировать пиковое сокращение именно на центр грудных, на внутреннюю часть. А вот, сейчас я минутку-другую отдышусь и начну. Кстати говоря, по поводу болезни короны. Мы переболели, как я уже сказал в начале видео, и по поводу последствий. Тьфу-тьфу-тьфу, никаких последствий нету, ярко выраженной какой-то отдышки при просто обычной ходьбе, при тренировках нету, то есть достаточно комфортно себя чувствую, но есть небольшая, конечно, слабость, то есть силовые показатели не на пределе, отнюдь, вот, поэтому я очень плавненько, комфортно вхожу в тренировочный процесс для того, чтобы, скажем так, максимально восстановленным, максимально отдохнувшим подойти к циклу набора мышечной массы, который продлится достаточно долго. Вот. Мне уже написали микс по препаратам, которые я буду использовать. Мне уже написали сплит. Ну, соответственно, сейчас мы все поправим здоровье. Я отдохну, восстановлюсь. Скажем так, появятся красные глаза. Жадные красные глаза до подготовки. Вот. И с удовольствием начну наш цикл массонабора, приуроченный к моему весенне-летнему соревновательному сезону. Вот. Который, может быть, кстати говоря, плавно будет перетекать в осенний, так как Олимпия осенью, в сентябре. И я все-таки, конечно, очень хотелось бы сделать такую форму, чтобы получить, конечно, квалификацию. Это мечта, это цель. Вот, который я в своем соревновательном бодибилдинге преследую и как бы уверен, что я ее добьюсь. Дай бог, со здоровьем все будет в порядке, дай бог, финансовое положение мое не ухудшится, а только улучшится, вот, и все будет благополучно. Первый подход, полубоком, локоточек в сторону, и все хорошенечко. Плавно работаем, сильно локоть назад не увожу, концентрируюсь на сокращении именно центральной части грудных. Кстати говоря, был вопрос не так давно, как мне удалось побороть асимметрию правой-левой руки. Вопрос, не удалось мне еще ее побороть. У меня также левая рука, бицепс чуть менее пиковый и трицепс чуть менее пиковый. Поэтому я работаю с этим совсем. Ну, что могу порекомендовать, это односторонний тренинг. То есть каждой рукой выполнять со снарядами, которые отдельно от другой. Гантели, в кроссовере по одной руке и так далее. В общем, все, что заставляет нагружать руки по отдельности, а не вместе. Такие упражнения, как подъемы со штангой и так далее, они немножечко не подходят именно для этой цели. Поэтому старайтесь на отстающую, так скажем, сторону, чтобы выровнять асимметрию, имеет место быть.
брать чуть больше вес, вот, не намного, не так, что 10 килограмм на правую руку, а на левую руку 20 килограмм, вот. Ну, где-то на 2,5, на 3 килограмма, может быть, больше старайтесь брать при учете того, что делаете такие же повторения, вот. Я думаю, это должно помочь симметрии, ну и сам, если честно, так делаю, вот. Надеюсь, рано или поздно у меня выровняется. А также, если есть возможность, сходите к мануальному, блядь, что такое? К мануальному. Нанму, и то, блядь, запнулся, ёб твою мать, блядь. В общем, к мануальному терапевту, пусть он вас посмотрит. Возможно, у вас где-то защемление. Я вчера сходил, у меня немножечко таз как-то не так стоит. Он говорит, и от таза у меня идут различного рода, скажем так, и искривление, и грудной отдел у меня, он, как сказал, вниз уполз, поэтому он меня вчера помял чуть-чуть, вот, и я надеюсь, что еще несколько процедур, вот, несколько вставляний, так скажем, моего скелета на место приведут к положительным результатам в плане ощущений нейромышечной связи в мышце, вот, в том числе, кстати, и шею, он вчера очень хорошо ее прохрустел, размял, вот, и прям... Многие, может быть, испытывают такое ощущение, особенно на тренировке ног, когда начинает болеть голова в середине тренировки, вот, ввиду того, что приток очень хороший, как он мне сказал, по сосудам, а отток плохой, вот. Это ввиду того, что гипертонус в шее, так скажем, образовывается. Вчера размял, помял, похрустел, вот. Ну, ноги я еще, конечно, не тренировал, но, по крайней мере, на тренировке груди болевых ощущений нет. Ну все, заключительное упражнение, сведение в кроссовере, вот, опять же хочу сакцентировать и напомнить, что это не, скажем так, такая рабочая межсезонная тренировка, а просто, так скажем, гоняем кровь, вот, пытаемся восстановить наш тонус мышечный, потому что больше 3 недель не тренировался, это у меня 3-я или 4-я тренировка. Вот, тренируюсь через день, кардио я выполняю каждый день. Получается так, что в силовые тренировки только получается кардио делать после силовой, потому что с утра у меня персоналки. Вот, персоналки, одна персоналка. Я тоже такой тренер, блядь. Вот. А, соответственно, уже после сильно хочется кушать. Получается, кардио делать только после. А в нерабочее время, в нетренировочный день делаю с утра натощак, когда моя семья вся спит. Я стараюсь вставать пораньше, где-то 6, 6:30, пока девчонки отдыхают еще. И делаю кардио дома. У меня дома велотренажер. И я с удовольствием часочек, минут 50, кручу педали, смотрю какие-нибудь видео. Вот, интересненькие. Ну, либо в последнее время слушаю аудиокнигу. А вот. Не буду говорить, какая, а то скажете, что во втором классе, блядь, прочитали ее, эту книгу. Да Денискины рассказы это, ребят. Денискины рассказы, аудиокнигу слушаю. А вот. Ну и как бы все. Потом иду готовить завтрак, душ, завтракаю, и девчонки мои просыпаются. Мой маленький цербер, которому 1 год и 2, выбегает. И сразу на кухню. Все, глаза еще не видит, но она уже все, она уже на кухне. Папа ее взял на руки. Вот, на руках она у меня просыпается. Ну и, соответственно, быстрее ручки тянет что-нибудь заживать. А вот. Так что, не знаю, как кто, но я лично от времяпровождения в кругу своих девчонок, семьи, очень сильно кайфую. И мне придает это не то, что наоборот там мешает моей подготовке, а наоборот. Я прихожу домой и все. У меня такое душевное спокойствие, равновесие. И я, так скажем, восстанавливаюсь ментально очень хорошо дома. Вот. Мы, ну, очень много времени провожу дома с семьей, с девчонками. Помогаю любимой жене по дому. Вот. В общем, я стараюссь быть максимально участным в жизни своей семьи, потому что
по большому счету, положиться нам здесь в Питере не на кого. Бабушек, дедушек у нас здесь нету. Вот, и мы вот вчетвером ютимся в нашем гнездышке и стараемся друг другу помогать, морально поддерживать. Вот, и, скажем так, тьфу-тьфу-тьфу, каких-то негативных моментов, связанных с семьей, что очень много ребят ссорится со своими вторыми половинками, с женами, когда готовится, и много девочек, много женщин очень страдают в момент подготовки ребят, потому что они становятся очень эгоистичными, очень злыми. Вот. У нас, к счастью, не так. Я очень морально устойчив в этом плане, потому что ну, это мой вид спорта, и моя семья не должна страдать от того, что я там голодный или уставший. И Юля с максимальным пониманием всегда относится, особенно последнюю неделю, когда на подводке. Тогда, когда реально тяжело, и если у меня там нету настроения, она никогда на рожон не будет лезть. Если видит, что я не особо охотно общаюсь в этот день и так далее, она будет рядом, будет обнимать, будет целовать, но будет, так скажем, по минимуму создавать раздражающих факторов, задавать каких-то вопросов и так далее. Мы посмотрим кинчик, ляжем спать, проснемся, а там у меня и настроение налаживается. Поэтому будьте в синергии со своей семьей, со своими вторыми половинками, и будет вам счастье. И вам не нужно будет совмещать вашу соревновательную деятельность с вашей семьей. Если ваша семья страдает от того, что вы занимаетесь соревновательным бодибилдингом, я считаю, вам нужно пересмотреть либо свою подготовку, вот, либо походить к психологу или к психиатру, чтобы наладить морально устойчивую связь. Ну, хотя в плане физической усталости, конечно, когда очень сильно устаете на подготовке, вот, очень тяжело эмоционально себя контролировать. Вот, но я, например, очень просто это все делаю, для меня никаких сложностей в этом плане нету. И очень сильную и очень важную роль играет чувство к вашей второй половинке. Вот. Я безумно люблю свою жену, безумно люблю семью, и это очень-очень сильно помогает. Вот. Очень такой большой блок про семью будет речь, но я хочу, чтобы поменьше девушек, поменьше жен страдали от того, что их муж, парень, отец и глава их семейства занимается таким специфическим и достаточно неблагоприятным для здоровья видом спорта, для семейного бюджета видом спорта. Вот. Очень хочется, чтобы такие девочки были счастливыми. Поэтому, ребят, задумайтесь над этим. И очень много семей рушится из-за этого, из-за того, что, блядь, бочка пропика становится в приоритете во главе, чем кукла ребенку. Задумайтесь над этим. Дорогие друзья, такая импровизированная тренировка груди с акцентом на центральную ее часть, сведение в бабочке, жим лежа в смите треугольной рукояткой, жим в Т-тяге, жим в хаммере по одной руке и сведение в кроссовере. Старайтесь, особенно на подготовке, включать такие, скажем так, специализирующие тренировки на отдельные части ваших грудных, чтобы их акцентированно прорабатывать. Вот. Ну, допустим, из 4 тренировок одну какую-нибудь там делаете со специализацией там, на верхний участок, да, там большинство упражнений на верхний участок грудных, там на нижнюю часть, на среднюю. Ну, как правило, нижняя часть у всех хорошо развита. Все любят жимы лежа, все любят там хаммеры все, которые лежа. Вот. Как правило, остается верх грудных, ну и центральная ее часть. Вот. Поэтому уделяйте время тренировки деталям в тренировочном плане, да, а не просто там постоянно тягать веса и так далее. Подходите к этому с умом. Старайтесь прорабатывать все участки определенной мышечной группы спины, груди, дельтовидных, расставляя на них акценты. Пересмотрите свое
видение, свою подготовку, если когда вы готовитесь к соревнованиям, ваше семья страдает. Вот, заклинаю вас. Вот. Ну и, собственно, будьте добрее, а то что, как суки-падлы, злые все. Улыбайтесь больше. Вот. Дарите больше окружающим положительных эмоций. Негатива в стране и вообще в мире и так хватает до хера, особенно связано с этой пандемией, с нехваткой денег, с постоянными какими-то вот этими вещами. Вот. Ну и следите за своим здоровьем, обязательно сдавайте анализы, обязательно мониторьте состояние вашего организма, внутренних органов. Вот. И будьте здоровы, друзья. На этом ролик заканчиваем и до новых встреч. Thank you.